На Донбассе сейчас люди живут хуже, чем в России, и хуже, чем на Украине. И вместо витрины русского мира действительно возникла такая вот помойка, где люди, которые в свое время искренне встали за Россию, причем многие встали, большинство стало бескорыстно, именно по ним вот эта помойка больше всего и проехалась. Когда, извините, инвалиды, ополчение, оставшиеся без рук, без ног, получают пенсию в 3 500 рублей при ценах, ну, не московских, но не маленьких, скажем так. И не имеют никаких фактически иных льгот, кроме вот этих грошей, за которые можно только спиться. И то есть спиться-то, там единственный алкоголь дешевый. Вот это, простите, это непростительный позор, непростительный для российской власти. Это клеймо, Как вы просто клеймо. предполагаете, они нас ненавидят, многие из них? Многие ненавидят, конечно. Именно ненависть. Ненавидят. Многие ненавидят. Дело в том, что те люди, которые стали именно идейно, там ненависть не по отношению к России, естественно. И не по отношению, а вот власти российские многие ненавидят по-настоящему. Практически так же, как киевские. И, к сожалению, можно смело и прямо говорить о том, что эта ненависть обоснована, и за нее нельзя этих людей осуждать.